Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей. Этот закон устанавливает протекционистские меры для национального товаропроизводителя в целях его поддержки в условиях кризиса. В связи с ростом напряженности в международных отношениях, введением внешнеэкономических и отраслевых санкций против России, падением темпов роста экономики, российский внутренний рынок и отечественные товаропроизводители нуждаются в особой защите. В особенности в условиях членства России в ВТО, когда они поставлены в сложные условия и вынуждены конкурировать с иностранной продукцией, изначально имевшей более сильные позиции. Законопроектом изменяется ряд принципов, действующих в российском законодательстве и препятствующих установлению преференций для национальных товаропроизводителей. Так пересматривается принцип равного доступа российских и иностранных предпринимателей к заключению контрактов на выполнение государственных и муниципальных заказов. Вместо этого закрепляется правило, в соответствии с которым заказчики должны закупать товары, работы, услуги, которые имеют отечественное происхождение. Согласно законопроекту, правительство должно исходить из приоритетов товаров, работ, услуг, происходящих из стран таможенного союза, а также учитывать необходимость отказа от закупок товаров, работ, услуг из государств-агрессоров и государств, наложивших на нас экономические санкции или иным образом выстраивающие недружественную внешнюю политику отношения Российской Федерации. Определение соответствующих государств должно производиться в соответствии с законодательством. Напомню, существуют указы президента Российской Федерации, определяющие круг государств, объявивших санкционную войну. Обвинение в нерыночном характере протекционистских мер в отношении российских товаропроизводителей звучат сегодня как минимум лукаво. И ранее чрезмерная открытость российской экономики для иностранных товаров не способствовала импортозамещению и росту отечественных промышленностей. Но теперь, когда против нашей страны введены санкции, когда нас в буквальном смысле теснят на зарубежных рынках, российский экспорт стремительно падает, а стоимость импортных товаров возросла. Нет никакого смысла играть в открытую экономику. Мы не говорим об автархии России, мы говорим о минимально необходимых мерах поддержки, которые государство может и должно оказать национальным предприятиям. При этом речь идет о закупках для государственных и муниципальных нужд, свободы экономической деятельности в частном секторе законодательством не ограничивается. Хотя и здесь стоило бы подумать о защитных мерах, например, в сфере ритейла, оптовой торговли товарами повседневного спроса. Соответствующие изменения мы предлагаем внести в федеральный закон номер 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и в федеральный закон номер 223 о закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц. В частности, в настоящее время в федеральном законе номер 44 содержится норма о том, что в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей правительством устанавливается запрет на допуск иностранных товаров, работ и услуг, а также ограничение допуска иностранных товаров, работ и услуг для целей осуществления закупок. Указанный запрет, как мы видим, вводится в качестве исключения. Полагаем, что он должен стать не исключением, а правилом. Исключением должна стать выдача правительством России разрешения на подобный допуск. Например, осуществление деятельности на территории иностранного государства или выдача правительством разрешения на допуск иностранных товаров, работ и услуг, если это соответствует международным договорам Российской Федерации или при отсутствии адекватной замены необходимым товарам, работы и услугам, имеющим иностранное происхождение.
но и в этих случаях должен быть закреплен максимальный приоритет товаров, работ и услуг из стран таможенного союза, а также минимальный приоритет для товаров, работ и услуг из государств-агрессоров и государств, введших экономические санкции против России. Наша внешняя политика должна соответствовать и с нашей экономикой и политикой. Предлагаемая формулировка позволяет правительству в достаточной степени оперативно корректировать разрешение на допуск иностранных товаров, работ и услуг. Законопроектом предусмотрен 75-дневный период после его вступления в силу, в течение которого правительство должно принять необходимое разрешение на допуск иностранных товаров, работ и услуг для цели осуществления закупок, в частности, по ряду категорий, к примеру, в сфере медицины, в случае, если существующие отечественные товары уступают зарубежным аналогам. Поэтому не стоит опасаться исчезновения с российского рынка товаров, в существовании которых заинтересованы граждане. Наша задача – это не слепая поддержка отечественного производителя, наша задача – это прекращение поддержки иностранных производителей в ущерб собственным, предоставление возможности российским предприятиям вырасти и обрести конкурентоспособность, насытить рынок качественными товарами и услугами отечественного производства. Рассматриваемый законопроект находится в русле ряда законодательных инициатив, внесенных в Государственную Думу депутатами фракции Компартии Российской Федерации. В частности, в сентябре нами был внесен закон о первоочередных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в России и переходе к государственному планированию социально-экономического развития страны. В нем также предусмотрена поддержка товаропроизводителей через механизмы преференций для точек роста на основе государственного планирования. Прошу вас поддержать нашу инициативу. Спасибо за внимание.